Новая микроволновая печь, брошюры о мерах социальной поддержки и сладости к чаю. С такими подарками депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина вместе с одинцовскими активистами «Единой России» приехали к волонтерам. В помещении на улице Вокзальной неравнодушные жители помогают участникам спецоперации и плетут маскировочные сети. Много людей помогают и участвуют на общих делах, в том числе наши граждане, которые недавно стали гражданами Российской Федерации, с президентных территорий, тоже там будет не лишним узнать о мерах социальной поддержки. Это отдельная организация, они обратились к нам, у них не было помещения, и мы его предоставили. Там помимо плетения сетей, там также делают окопные свечи девочки, вот, дружат между собой, и нам приятно, что мы могли помочь помещениям для благого дела. Также в одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи депутаты Мособлдумы передали медицинскую марлю и сгущенку. Все это отправится на фронт для военнослужащих. У меня есть волонтер, который фармацевт, она мне у нас там медицину формирует. И мы в каждый пол, в каждый батальон собираем такую сборную прям, ну, то есть от животика, кровоостанавливающие жгуты, ну, то есть минимальный набор. Аптечка такая, да? Да, которая, чтобы у них всегда была. Одной из точек рабочей поездки стал Центр поддержки семьи мобилизованных граждан. Здесь депутаты встретились с женами участников спецоперации и обсудили актуальные вопросы, пути их решения и работу учреждения. За истекший период проделана большая работа, систематизирована, снято большинство вопросов. И сейчас уже работа идет, ну, скажем так, в текущем режиме. Самое главное, что в диалоге, депутаты в курсе. Все депутаты Московской областной думы активно принимают участие в данной работе. В завершении встречи парламентарии поблагодарили всех за участие и оставили в центре брошюры с указанием мер социальной поддержки. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».